Добрый день! Сегодня будем запекать рыбу с картофелем. Для приготовления этого блюда понадобится рыба. Вот у меня хвостик форели. Повезло, купить недорого. Дальше картофель. Почистила несколько картофелин. Если надо больше, дочищу. Майонез, лимон, сыр твердый. Для начала сделаем маринад. Вот возьмем немного растительного масла на глаз, чтобы покрыть немного рыбку, обмазать рыбку, помариновалась. Кто имеет оливковое масло, пожалуйста, еще лучше. Соль, перец по вкусу. Размешиваем, чтобы разошлась соль. Часть лимона, добавляем лимонный сок. Выдавила сок. И сейчас сюда прямо рыбу. Вот. О, кунаю каждый кусочек хорошо. Минут 15 пусть маринуется. Прошло 15 минут, наша рыбка замариновалась. Укладываю, вот такая у меня жаропрочная посуда. Укладываю на дно рыбку. И заливаю этим маринадом. Картофель нарезаю тоненькими пластинками. Сыр и картошку я нарезала пластиночками. Теперь рыбу смажу майонезом сверху. Хорошо было, если бы ее много. Ну, за этот кусочек то сколько отдала. Ну, то такое дело. Кто сколько имеет, столько и накладывает. Теперь укладываем картошечку. Такой чешуей сверху. Как получается, так и укладывайте. Ложка перчику. Духовка уже разогрелась. Сунем немного. Сбрызну маслицем немного. На 40 минут отправляю в духовку. 40 минут, вот запеклась картошечка, румяная такая. Сейчас. А, пахнет замечательно. Блюдо готово. Готовьте со мной, заходите на мою кухню. Приятного аппетита! Спеклась, все хорошо. Пробую вкусно. Сверху уже румяненькая картошечка хрустит, а потом вся мягенькая пропеклась. Рыбка мягенькая, видите? Не засохшее, ничего. Готовьте. Приятного аппетита. Вкусно.